Друзья, всем привет! По идее, все должно было быть не так. То есть сегодня у нас день такой, знаете, слишком загружен, я бы так сказал. В первом заезде у соперника у нас был Ford Focus 1.8 на механике, второй Dory Style. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. А это у нас уже вторая серия. Во второй серии, где она встретилась с турбовым Passat. По характеристикам этого Passat, тонна 390 вес. Мотор здесь установлен 1.8, турбо, 150 лошадиных сил и 5-ступенчатая коробка гидротрансформатора. Если бы здесь все-таки был бы робот, он бы показал результаты еще лучше. Мы сегодня его обязательно, друзья, замерим. Кто там скажет, внешний вид там не ахти, но едет он достойно. И он показывает свой реальный результат стокового Passat и даже едет чуть быстрее заявленного. Мы понимаем, то есть мы его сейчас померили уже, то есть вы удивитесь. То есть он реально хорошие цифры показывает, если едем с двух педалей с раздутой турбиной. Владельцу больше всех хотелось сегодня прокатиться с этой Гранты. А почему больше всех? Так у него объем все-таки 1.8. Кстати, здесь, друзья, объем 1.8, но здесь турбо, друзья, момент всегда больше. Аэродинамика. Но вес все-таки тонна 390, а вес этой машины тонна 160. Это абсолютно внешне, я бы так сказал, стандартная Лада Гранта 2013 года выпуска. А изначально она была 8-клапанная. Так, мотор здесь 126 стоковый, правильно? Не 127. Нет. 126 мотор, да, был изначально, ты просто его поставил, правильно? 126 мотор, только блок. Сложнее немножко было. Башка была 128 ГБЦ, а блок не... Башка 128. 126. Блок ГБЦ Скалина, да, 1.6. Его точнули, врезали форсунки. Ну, по сути, это тот же. Они почти одинаковые со 126 мотором. Ну, вернее, они одинаковые. Так, коленвал... 84 ход. Это с 1.8 суперавтовский, да, да, правильно? Да, новый там, на полной шейке. И распредвал, какие здесь стоят? 8.7 нужден. Нужден 8.7. У нас дроссельная заслонка электро стоит, да, правильно? Электронная. 1.8 ресивер, это с X-Ray. Ну да, снова. Да, да, да. Откатана онлайн машина, правильно? Да, то онлайн. Есть она... И коробка, что с коробкой стоит? 111 ряд на паре 3.7. И блокировка дифференциала Wall Racing, там, по-моему, 5 килограмм. Но ехать должна достойно машина, то есть, да? Ну, вроде неплохо. Ну и полностью выхлопная система, да, прямоточная, ну, стоит? Ну, кроме банки, а, конечно, у нас Lada Granta Sport. Lada Granta, ну, она тоже может быть прямоточной, ну, в принципе, да, да? А в остальном, друзья, это абсолютно стандартная машина внешне. Что у нас? Тормоза побольше стоит, 15-й, по-моему, да? Да, полностью. Кстати, ковка, да, стоит. А по подвеске она задрата, задние тормозы у нас диски, да, стоят? А? Задние тормозные, да, диски у нас тормоза, и подвеска стойки не менял. Стоки. Стоки, да. Какой здесь минус все-таки, я буду считать. Коробка здесь доработана, то есть провалов переключения нет, мы уже на ней катались. То есть, знаете, вот стабильно едет первая, прям вторая, третья, четвертая, прям провалов никаких нет. Но коробка сейчас, тросы растянулись, то есть трос растянулся, и вторая, четвертая включается очень плохо. И это будет сегодня играть злую шутку, так как Passat у нас, друзья, он едет на автомате, и он всегда включит нужную передачу своевременно, когда это нужно сделать. А здесь все будет зависеть от водителя. А поедем, как обычно, с места, с 20, с 40, с 60 и с 80. В каждой машине будет сидеть по два человека. Будем ехать, вот пока нам дорога позволяет, чтобы вот не было никаких вопросов в будущем, потому что у одной машины есть преимущество прыгнуть с места, а у другой может быть объемом либо моментом взять ходом. Так что, друзья, не будем стоять. Поехали начинать. Скорость сколько? 150. 150.
160. Тихо, тачка. 160. Бля, очень ровно, очень ровно. Тихо-тихо, сейчас камера. До 100. Ясень, что-то да. Слишком много. 8,74 до 100, Passat показал. 16,46 квотер. Так, друзья, вот с плохой второй передачи 8,7 показал. 16,77. Вот прошел сейчас заезд, друзья, буквально только-только с Passat откатали. По идее, вообще должно было быть как. Первый должен был ехать Ford Focus против Гранты. Потом Passat после Шкода. Получилось, Passat у нас немножко сломалось. Там что-то педаль перестала, то есть отзывчивость на педаль, то есть турбина не раскручивается, то есть датчик педали, я не знаю. И там владелец обнулил ошибки, сейчас поехал. Все, поехал, толчок сидел, выезжайте на ESP. Что такое ESP? Поехали с Октавией. Поехали с Октавией, да, тогда. По результатам, я думаю, было по гонке понятно, если там проваливается Гранта, то она, может, чуть где-то отстает. Если нормально Гранта едет, у нее, короче, вторая, то ли тройка растянулась, вторая вообще не включается. То есть нужно очень долго подождать, включив вторую, то есть она как бы не включается. Остальные передачи все нормально, поэтому с 20-40 там ехали со второй передачи. Что сказать, то есть Гранта в пике всегда уезжает, это было видно, но на 190, по 200, мы когда на Passat уже едем ему в хвост, мы начинаем седать. Понятно, друзья, аэродинамика проигрывает все-таки машина, и мы ехали еще, друзья, дополнительно в хвост, но это было все видно по видео. А так, в общем, в целом, Гранта очень удачно, кстати, мотор собран, вот этот, он прям такой вот, с 3000 прям взрыв на ней происходит, вот честно, друзья, прям по ощущениям. Но что-то коробка сейчас перестала включаться очень жестко, не знаю, сейчас мы решим этот вопрос или нет, потому что у нас все-таки это у нас еще следующая Octavia осталась, друзья. Octavia еще 1.4, 150 сильная, которая на чипе от APR. А так всем спасибо, друзья, за просмотр. Вот эта гонка была очень такой, кстати, знаете, как вам это сказать, поточнее, вот эмоционально, то есть прям очень ровно машины ехали, но все-таки видно, прям Гранта вот прям чуть пик выходит, она и начинает приезжать. Так что всем спасибо за просмотр, ставим лайк, друзья, подписываемся на мой канал, кто хочет покататься в заездах, ссылочку в описании, там моя страница ВКонтакте и почта. Кому интересно, пишите, гоняем мы в Воронеже, найдем вам противников, тачек полно. Всем пока!